В 1960 году в Музей изобразительных искусств Республики Карелия поступил интересный бюст. Он поступил к нам с описанием «Портрет римлянина». И, конечно, этот портрет некоторое время пребывал в фондах, не привлекая особенного внимания, до тех пор, пока не случилась неожиданная встреча с сотрудниками отдела античного мира Государственного Эрмитажа. Увидев фотографии нашего портрета, сотрудник музея Неверов предложил пройти все-таки в постоянную экспозицию, познакомиться с аналогичным бюстом в отделе зарубежной скульптуры. Действительно, в постоянной экспозиции Эрмитажа мы увидели бюст, который был подписан совсем не так, как наш. Никакой не римлянин, а портрет Николая Денисовича Демидова, русского горнопромышленника, заводовладельца и очень известного русского предпринимателя. Ну, собственно, с тех пор, с 1998 года, когда состоялась эта историческая встреча, и началась такая детективная история по выяснению всех обстоятельств, собственно, изготовления этого портрета. Обратились за помощью к сотрудникам отдела скульптуры Государственного русского музея и получили с благодарностью как раз очень ценную информацию о том, что, скорее всего, этот портрет был выполнен в мастерской итальянского скульптора Адамо Тодолини. И действительно есть свидетельство того, что Адамо Тодолини был скульптором, который портретировал Демидовых. И, в частности, после смерти самого Николая Денисовича его сыновья Анатолий и Михаил заказали бюсты, 40 бюстов своего отца с целью преподнесения важным персонам в качестве такого ценного губернатора Мамонской губернии был в свое время Михаил Денисович Демидов, который вполне возможно и получил как один из родственников, двоюродный правнук Николая Никитича, вот, собственно, этот портрет. С тех пор, собственно, он находится здесь, на территории Карелии. И сейчас, конечно, для нас очень важно, что мы имеем возможность показывать его в разделе постоянной экспозиции западноевропейского искусства, как один из прекрасных экспонатов и один из шедевров европейской скульптуры, который рассказывает в том числе и о знаменитых, очень важных личностях России. Действительно, Николай Никитич был удивительным человеком, не только предприниматель, не только наследник знаменитой фамилии, трио родового горнопромышленников Демидовых, нижнетагильских, ну и сам по документам оставил вдвое больше своим потомкам, будучи очень активным общественным деятелем. Он жертвовал большие средства на археологические раскопки, на строительство новых мостов в Петербурге и в других городах, на изготовление чугунных решеток, например, для Петербурга, на появление новых социальных и общественных зданий, сооружений, поликлиник, больниц, учебных заведений. Наверное, резюмируя его деятельность, можно как раз вспомнить тот факт, что еще при жизни во Флоренции Николаю Никитичу Демидову был установлен памятник в центре Флоренции, и площадь, одна из площадей была вот названа в его честь. В общем-то, это, наверное, говорит о высоком уважении к этой личности, такой уже легендарной, да? И, конечно, высоких личных качеств.
Авторы познакомились с Карелией несколько лет назад и с тех пор возвращаются сюда снова и снова. Источниками вдохновения для их рисунков служат полные очарования старинной деревни, великолепные деревянные церкви и скромные часовни, впечатляющие карельские пейзажи. Выставка дает возможность ощутить всю силу рисунка, заключающего в себе не только и не столько зрительные образы, сколько впечатления, эмоции, ароматы, все то, что заставляет почувствовать неповторимую атмосферу русского севера. Произведения отражают взгляд авторов, как художников, как ученых и архитекторов, как иностранцев, как людей, любящих и понимающих русскую культуру. Первый раз я оказалась в Италии в 2001 году, когда меня пригласили отдохнуть и порисовать в долину Аоста. Это самая северная часть Италии. Дорога на север лежит через тоннель под Монблана во Францию, а на юг идет трасса между величественными горами в Милан. Я никогда не была в горах, и меня поразило сразу все. Воздух, напоенный ароматами горных трав и цветов. Чем становилось жарче, тем более появлялось дымки, будто театрально легкой завесы, разграничивающие отдельные планы пейзажей. В своих работах я постаралась передать красоту горной Италии. Акварели лучше, чем фотографии, передают ощущения и настроение тех прекрасных дней. В музыкальном театре Республики Карелия состоялась премьера оперы «Верди». Мировой оперный хит впервые был исполнен здесь, на итальянском языке. Для Петрозаводска исполнение оперы на языке оригинала стало в определенном смысле культурной революцией. Прежде в музыкальном театре оперы звучали на русском языке, согласно традициям советского театра. «Травиата» здесь была поставлена еще в 1962 году. Правда, оперу с тех пор ставили редко, в отличие от оперетты, которая тут всегда была в большом почете. Thank you.
Как будет складываться судьба музыкального театра Республики Карелия после буржуазно-упоительной роскоши новой Травиаты, сказать пока трудно. Но бесспорно, Петрозаводскому, такому красивому и чистому городу, ровеснику Петербурга, опера очень даже к лицу.